Як би нам не подобалась наша робота, але вихідних ми чекаємо більш. І чим більше вихідних, тим краще. Сьогодні ми вирішили дізнатися у жителів Краматорська, а як вони проводять свої вихідні дні. А як проходять ваші вихідні дні? Вихідні дні, от прогулюємося з ребенком і своїм питомцем. Вистачає вам вихідних взагалі в житті? Хотілося б більше. 5 днів вихідних, 2 робочих. Ми працюємо все время. Ездим, правда, на виноградники, там у нас тоже весело и хорошо. Отдых на даче, да? На даче. Чаще всего гуляю, либо же, не знаю, дома сижу, сериалы смотрю. Такое вот. У меня просто я студентка, учусь, и мне нужно отдыхать от пар. Как вы проводите выходные дни? По-разному. Вот. Хожу в театр, хожу в музей, вот. Хожу в библиотеку. Детскую и взрослую при ДК НКМЗ. Вот. Занимаюсь спортом. А разве не видно по мне? А какой вот. Вид спорта? Легкая атлетика. Вот. А когда вот вы занимаетесь уборкой, стиркой, это когда происходит? Ну, выходные происходят. В утреннее время, вечернее мы прогуливаемся. Правильно. А на природу собираетесь куда-то ехать? Ну, ближайшие нет, майских ждем. Отдыхаем здесь, в Бернацкого с детками. На Торец выходим, на рыбалку. На природу. На пикничок можно. Святогорск, Яцкая. Хвоя для детей полезна очень. В село к родственникам. Ну, выходных мало вообще. Природа стараемся. В принципе, в силу работы всегда можно найти свободное время. Почему бы и нет? Всегда приятно выйти куда-нибудь на свежий воздух и отдохнуть просто от этой всей городской пыли. А мы бажаем вам гарного настрою не только у выходные дни, а и в рабочие будни. З вами «Ваша думка» да я, Анна Новицька.